В эти майские дни те немногие участники военных событий, кто ныне живы, получают свою порцию внимания и добрых дел. В гости к ветерану Великой Отечественной войны Виктору Васильевичу Жажину пришли представители местной власти. Вы это пережили. Поэтому для вас, я понимаю, что мы все понимаем, что это настолько серьезный и важный праздник, и он будет долгие-долгие годы. А наша задача в детях сохранять вот эту память. Гостей сопровождала фронтовая бригада, семейный ансамбль «Борисенко». Вместе с ветераном они исполнили несколько самых известных песен о войне. Виктору Васильевичу 95, но он молод душой, и дома застать его сложно. Часто встречается с бывшими коллегами, а всю жизнь наш герой трудился в атомной промышленности, занимается общественной работой. Неудивительно, что именно его руководство муниципалитета делегировало на участие в параде Победы на Красной площади. Я готов морально, уже собран, я всегда готов. Чувствую праздник, радость, улыбки. И прочее. В жизни, говорит Виктор Васильевич, пришлось многое повидать, но она, жизнь, всегда любила его, а он сполна отдавал ей тем же. А День Победы для нашего героя, как и для каждого ветерана, остается главным праздником. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.